Извините, этот лифт не работает. Если он не работает, зачем ты здесь? Не работает даже для гостей Керри Евродина? У меня с ним встреча. Что ж, тогда желаю вам приятного вечера. Воплощают собой энергию. Они попросили, чтобы я сыграл с ними их новую песню. Пока. Все остальное — это история рока. Кэрри, ты прекрасно выглядишь. Еще недавно ты... Ви! Это Ви, мой помощник. Ви всегда появляется в тот момент, когда мне пора сворачиваться и убегать. Простите! Ви! Ви, один вопрос! Каково это — общаться с Керри Евродином, живой легендой? Ви! Это гонка без тормозов. Ви! Но если что, я не жалуюсь. Спасибо большое, но мне правда пора бежать, мы уже опаздываем. Пошли! Или ты хочешь еще 10 интервью дать? Любовь с первого взгляда? У любви много разных лиц и много разных начал. Эй, пойдем. Хочу тебя кое с кем познакомить. Ви, это Спектр, мой хороший друг. Познакомились с ним в Мемфисе 1000 лет назад. Привет. У него мощный товар. Можешь даже по знакомству получить скидку. Конечно, мистер Евродин. Для ваших друзей особая скидка. Покажи, что ты продаешь. О делах потом поговорить. Ви, пойдем, покажу тебе кое-что. Поздравляю, Кер. Шоу удалось. Худшее позади. Планируем следующую миссию Керри Евродина. Покушение на Ковачика? Очень смешно. Ну да, я ему это еще припомню. Может, не сегодня, не завтра, но этот сукин сын обязательно пожалеет о том, что уболтал меня подписать все эти контракты. А ты пробовал разорвать контракт с лейблом? Нахера? Нет, ну серьезно, ну разорву я этот контракт. Че дальше? Кто будет издавать мои новые альбомы? Кто займется дистрибуцией, раскруткой, инфлюенсерами, прессой? У лейблов все схвачено, а если ты не с ними, ты просто дрочишь на обочине. Зато ты свободен. Ага, свободен. Свободен орать хоть до посинения, потому что никто не услышит. Это просто еще одна крайность. Сейчас покажу одно из моих любимых мест в Найт-Сити. Я сюда прихожу редко, но если прихожу, то не случайно. То есть мне повезло?
Может быть. Я сказал им больше никого сюда не пускать. Обожаю этот вид. Обожаю смотреть на город сверху. Как? Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. А на утро понимаешь, что ты никто. Интересно, увижу ли я что-то красивее, чем этот город? А я видел. Но это не важно. Найт-Сити нельзя вот так просто взять и забыть. Он тебе этого не позволит. Ты о чем? Я же вижу, с тобой что-то не так. Я начал всю эту аферу со Скрэкс, потому что вроде как боялся. Боялся, что люди станут считать меня очередным продуктом, винтиком в машине корпораций. Продажный Евродин работает с азиатскими старлетками ради бабла, славы и шанса напомнить людям, что он, сука, блядь, еще живой. А разве не так? Так. Но дело не только в этом. Настоящая проблема глубже. Намного глубже. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхенда. Поэтому он ушел из самурая. Бля. Разве это теперь важно? У тебя же получилось. Ты звезда. Самурай помнит только кучка фанатов, а тебя знают по всему миру. Думаешь, это что-то меняет? Каждый божий день я просыпаюсь с одной мыслью. А вдруг пройдет какое-то время, и я растаю. В пыли, в воне, во мраке этого города навсегда. Найт-Сити полон теней. И я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Да пиздец. Значит, просто перестань бояться. Зачем тебе это? Думаешь, сможешь разогнать эти тени? Ты справишься. Даже без меня. Твои молитвы да Богу в уши, Ир. Наверное, лучше вернуться. Внизу все заждались. Между прочим, тебя. Да, знаю, знаю. Надо будет опрокинуть пару рюмок за этот город, за себя в нем. Я хочу еще немного побыть тут. Ты иди, если хочешь. Окей. Пока.
Привет, Доктаун. Это Курт Хансен. Итак, скоро исполнится 7 лет с того дня, когда мы начали строить здесь свой дом. Нас пытались выгнать отсюда. Силой, шантажом, уговорами. Но мы выстояли. И это хороший повод вспомнить, как все начиналось. Рид, мы уже это проходили. Прямо в точности. И у нас был точно такой же разговор. Я помню, внешне, может, все то же самое, но ставки совсем другие. Классическая кража личность. Ви пришел. Привет. Ты очень вовремя. Мы почти закончили составлять план. Тебя что-то смущает в этой операции, Алекс? Она напоминает мне некоторые задания, которые мы выполняли. Особенно одно. До Найт-Сити мы работали в Колумбии. Первая миссия Сойки была Давай в Медельине. Давай не сейчас, Алекс. Нам надо работать, а не прошлое вспоминать. А что случилось в Медельине? Что вы там делали? Мы разрабатывали одного типа, который продавал президенту Колумбии контрабандные корпоративные технологии. А что, ФРУ работает за границей? Мы делаем много того, о чем в новостях не пишут. Тогда мы тоже пользовались украденными личностями. Нам пришлось отклониться от плана, но это долгая история. Думаю, пара минут у нас есть. Вдруг я узнаю про Соми что-то полезное на будущее. Ладно. Нас интересовал Луис Эрнандес, тяжеловес среди торговцев оружием. Мы хотели внедриться в его организацию. Алекс скопировала личность инженера из его близкого окружения и проникла к ним. Однажды она приходит на встречу и видит, что одна из его девушек-моделей собирается на прогулку с доберманом. Этот товарищ любил тратить большие деньги на показную роскошь. Ну и что дальше? Когда Соми собирала досье на Эрнандеса, она выяснила все, кроме одной важной детали. Инженер смертельно боялся собак. Вплоть до холодного пота, дрожи в руках и мокрых штанов. И вот доберман обнюхивает колено Алекс, а она гладит его по голове и говорит: «Хороший песик». Потом идет к столу Эрнандеса, отодвигает стул, и прежде чем она садится, ей уже целят два ствола в голову и один куда-то в район почек. Что ты сделала? Мне связали руки, надели на голову мешок и дали послушать, как раздвигается телескопическая дубинка. Вариантов было немного. Пришлось врать, как сивый мерин. Правда, сидеть прямо я до сих пор не могу. Ладно, вернемся в Найт-Сити. Пора поговорить о нашей цели. Мы посмотрели материалы с чипа, которые оставила Соми. Она собрала нам хорошую базу для оперативной работы. Наблюдение, сбор данных, составление плана — все сделано. Осталось только исправить кое-какие ошибки прошлого. Как же ты задолбал, Рид. Хватит, ты ни в чем не виноват. Она большая девочка. Пусть учится отвечать за решение, которое она приняла Нет, сама. Нет, ее принуждали, потому что не было никого, кто мог за нее вступиться. Держи, Ви. Здесь детали операции.
Ты не Алекс слушаешь? Алекс права. Если кто и виноват, то Майерс, а не ты. Да. Но одно другого не исключает. Итак, наша цель – вырвать Соми из лап Хансена. К сожалению, мы не можем просто ее отбить, потому что работа на НСШ и президента Майерс не прошла для нее бесследно. В нее вселилось нечто из-за черного заслона. Скажу честно, я понятия не имею, что это и как оно работает. Важно, что Соми умрет, если не получит лекарств. Лекарство — это Искин, который живет на нейроматрице. Сейчас ей владеет Хансен, и нам надо ее выкрасть. Что вы знаете об этой нейроматрице? Это экспериментальная программа с сервера, который кто-то вытащил из-под Доктауна. Вернее, из бункера, отведенного под проект Киносура. Там Милитех и США сообща изобретали альтернативу арасаковскому душегубу. Сама матрица служит для хранения искусственного интеллекта, пришедшего из-за черного заслона. Она позволяет принудить его к конкретному действию, в нашем случае к помощи тебе и Сойке. Ну ладно, расскажи, какой у нас план. Хансен назначил встречу нетраннерам, которые тебе уже знакомы. Для нас это шанс подобраться и к Соме, и к Матрице. Хансен нанял французов, потому что они раньше работали на Милитех. Им известно, какие там протоколы безопасности. Также они готовы продать Хансену коды доступа, которые позволят Сойке извлечь Матрицу с главного сервера Киносуры. Хансен знает только то, что с кодами он получит данные секретного проекта Милитеха и НСШ. О нейроматрице ему неизвестно. Сканы личности и поведения нетраннеров у нас уже есть. Осталось вынести за скобки их самих. Эмерик и Аврора Кассель. Мы узнали о них что-нибудь еще после встречи? Ага. Сойка собрала полное досье на каждого. Если очень коротко, они начинали в Милитехе и во многое были посвящены. А потом выяснили, что на темной стороне платят больше. Охотно верю. Было видно, что они любят деньги. Угу. Только в этот раз денег они из-за нас не получат. Надо только перехватить их до встречи с Хансеном. То есть мы собираемся их похитить? Как именно? В Найт-Сити они берут машины на прокат. Этим можно воспользоваться. Мы отследим их авто и перехватим управление, прежде чем они доедут до Хансена. Это будет твоей задачей, Ви. Ты взломаешь систему машины, чтобы прокатчики ее не отследили. Алекс расскажет, как. После захвата нетраннеров вы займете их место. Поведенческие оттиски уже готовы. А в чем твоя роль, Рид? Я подготовлю путь отхода. Когда вы закончите, надо будет быстро эвакуироваться. Я обеспечу вам транспорт и самый безопасный маршрут из возможных. Хорошо, и что у нас на десерт? Встреча с Хансеном? Да. Вы продадите ему коды доступа к главному серверу. Иными словами, ключи от сейфа с твоим лекарством. Скорее всего, один из вас пойдет в лабораторию к Соме, чтобы ввести коды, а второй останется с Хансеном как заложник. Я побуду с Хансеном, а ты пойдешь к Сойке. Когда получите данные, подайте мне сигнал. Я разоружу Хансена и ликвидирую его и охрану. А ты справишься одна с Хансеном и его людьми? Я умею не только переодеваться, знаешь ли. Плюс они будут полностью мне доверять. Можешь не беспокоиться. То есть обнуление Хансена не обсуждается... Приказ поступил от Майерс. Он чуть ли не сам подтвердил, что готовил покушение на президента НСШ. А что с Сойкой? Ее мы должны спасти. Майерс сама тебе это сказала. Все ясно? Если есть еще вопросы, самое время их задать. Что ты сказал, Майерс? О чем она знает? О том, что Соми находится в плену у человека, который организовал крушение ее шаттла. И все? Пока все. Давай еще раз проясним основную цель операции.
Мы отбиваем Сойку у Хансена и забираем программу, которая должна спасти вам жизнь. Вы с Алекс пройдете на стадион под видом приезжих нетранеров. На этом завязана вся операция. Напомни, с чего мы начинаем. С того, что ты выяснишь маршрут, которым поедут нетранеры. Алекс сейчас об этом расскажет. Мы пока еще раз проверим ваши персональные данные и оттиски личности. Ну что, мне все ясно. Пора за работу. Может, обсудим, как перехватить нетранеров? Погоди буквально минуту. Ты знаешь Рида лучше, чем я. Чего на самом деле он хочет добиться? Спасти Соми или выполнить задание? Риду всегда казалось, будто он за нее отвечает. Он вообще считает себя за всех в ответе. И за тебя, наверное, тоже. Это помогает ему уживаться с действительностью. С переменным успехом. А Соми? С ней всегда одна история. Рискует, наживает себе проблем. Потом как-то их решает. Раз за разом. Майерс не знает подробностей этой операции, правда? И никогда не узнает. Можно и так сказать. Значит, если мы разберемся с Хансеном, нас погладят по головке. А если что-то пойдет не так, на нас ляжет вся ответственность. Добро пожаловать в нашу контору. А ты что думаешь, Алекс? Обо всем об этом. Если честно, не понимаю, почему никто не вернулся в Вашингтон. Ни я, ни Рид. Его отправили в запас, а тебе дали задание в Доктауне. Кому ты объясняешь? Даже если бы мы нарушили приказ и вернулись, самое большее какой-нибудь чиновник сделал бы нам выговор. Скорее всего, мы ждали, пока не случится что-нибудь типа падения президентского шаттла. Наверное, со стороны это выглядит довольно лицемерно. Как мы будем перехватывать нетранеров? Они взяли машину на прокат. Мы взломаем систему компании-прокатчика. Фирма Харон Экзотикс сдает редкие модели. У нее станции слежения по всему городу. Если получим к ним доступ, сразу найдем машину. Одна из них совсем рядом, у библейской церкви чистоты в Пасифике. Съезди туда. Как именно работают эти станции? Пингуют машины по номеру в сети, отслеживают местоположение, давление в шинах и так далее. Если их взломать, нетранеры будут у нас как на ладони. Не верится, что одной станции нам будет достаточно. У редких машин должна быть защита. Я попробую узнать побольше. Если вдруг что, будем импровизировать. Взламываем станцию и находим машину. Отлично. Что дальше? Вставь эту штучку. Она разблокирует двери и позволит перехватить управление из багажника. Не знаю. Если эта штука откажет, я там застряну. Отставить. ФРУ приказывает тебе лезть в багажник. А если серьезно, ничего не откажет. Тем более мы будем тебя прикрывать. Знаешь, техники в Кабуке продают похожие ключи из-под прилавка. Качество у них так себе. Федералы знают о качестве побольше, чем техники из Кабуки. Надеюсь... Как будешь проходить в районе станции? Воспользуйся сканером, чтобы ее найти. Станции стоят на виду, долго искать не придется. Тогда приступаю.
говорил я ему. Супер. Просто супер. У меня проблемы, Алекс. Чтобы получить ключ шифрования, нужно взломать больше одной станции. Бля! Погоди секунду. Так, попробуй сходить к еще одной станции. Думаешь, еще одной станции хватит? Они же просто сдают машины на прокат. Для чего им сложные системы? Подожди, я попробую подключиться к станции удаленно. Так будет быстрее. О, давай. Удачи. Как только получишь ключ шифрования, звони Риду. Супер. Я сейчас не могу говорить. Ага, слушаю. Ви, у меня мало времени, но для тебя есть две новости. Первая новость хорошая. Я обновила прошивку твоего биочипа. Сейчас поймешь, о чем я. Не бойся, это совсем не больно. Ты обновила биочип. Каким образом? С такими сложными устройствами наверняка непросто работать. Скажем, у меня освободилось больше времени, чем я рассчитывала. Не бойся. Мы тебя оттуда вытащим. Я знаю. Ты сказала, у тебя две новости. Вторая из них плохая? У меня к тебе важный разговор. Только между нами. В знак доверия. Я пришлю координаты места.
Приходи, как стемнеет. Тогда я смогу говорить свободно. Все, мне пора. Скоро увидимся. «Внимание!» — говорит Курт Хансен. «Хорошие новости, Доктаун. Мадам президент благополучно вернулась в Вашингтон. Я человек не азартный, но поставил бы на то, что она оттуда и не уйдет». О, ты пришел? Я уже чуть-чуть выпила, чтобы успокоить нервы. Спасибо, что позвала. Мне очень приятно. Рада это слышать. Я тебе написала, потому что хотела с кем-нибудь поговорить, чтобы не из конторы, но и не совсем с улицы. Хотела ненадолго забыть про задание и никем не притворяться хоть пару секунд. Не знаю, понимаешь ли ты... Ты не хотела переживать в одиночестве? Ха. Я раньше говорила себе «расслабься, Алекс». У тебя не бывает нервяка? Но с некоторых пор я стараюсь понимать себя такой, какая я есть. Было бы круто немного побыть обычным человеком. В смысле, собой. Настоящий Алекс. Я бы тоже так хотел. Надоело строить из себя крутого наемника из Найт-Сити. Кстати, а кто ты вообще, если не наемник? Трудно сказать. За последнее время столько всего случилось, что я не знаю, как ответить. Наверное, время покажет. А, скажем, ты не думал, кем бы ты был, если бы твоя жизнь сложилась иначе? Заправлял бы улицами. По крайней мере, Хейвудом. Думаю, у Падре было бы на этот счет свое мнение. А вы знакомы? Ну как? Я его знаю, а вот он вряд ли мной интересовался. Теперь твоя очередь. Кем бы ты была, если бы не стала секретным агентом разведки? Актрисой. Так уверенно сказала. Я всегда мечтала видеть себя на афишах. И играть в мюзиклах. Серьезно? Вот такая я старомодная. В общем, я стала бы звездой брейнданса.
Кого ты хочешь сыграть? Норму Десмонд в бульваре Сансет. Тебе это вряд ли что скажет. Так и есть. Неудивительно, это очень старый фильм. Мне нравятся трагические персонажи. А на эту героиню я даже немного похожа. Мы обе не умеем останавливаться вовремя. Чем бы это ни кончилось, Алекс, желаю тебе удачи. И я тебе. Нам обоим она пригодится. О, обожаю эту песню. Ways up down. It's never what it seems when it's all I'm ever missing, and it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands to know I'm ever heading way south. Вижу, ты не часто это делаешь. Что именно это? Ты редко дурачишься. Расслабляешься, не планируя наперед. Мы еще увидим афиши твоих виртов, я уверен. Сперва отставка. До свидания, Ви. Ты и я. Лицом к лицу. Мы точно одни? Или стоит ждать неприятного сюрприза? Никаких сюрпризов. Ты, я вижу, уже совсем как мы. Никому не доверяешь. Это место, кажется, выбрано не случайно. Ну да. Я хотела показать его тебе, потому что оно для меня важно. Тут будет проще все объяснить. Это значит, что я тебе доверяю. Пойдем со мной.
И что в этом месте такого особенного? Я жила в двух кварталах отсюда, когда была на задании в Найт-Сити. Местные часто приходят сюда вечерами, ставят гриль, пьют пиво, болтают о всяком разном. Я иногда приходила сюда по вечерам. Я очень люблю это место. Оно напоминает мне Бруклин, мой родной город. Хочешь вернуться туда? Прошлое не вернешь, Ви. Обычно начинаешь почему-то скучать. Только когда это теряешь. Я знаю, что ты помогала Хансену организовать покушение на Майерс. Такой была плата за нейроматрицу. Честно говоря, я думала, Майерс нужна ему живой. Ты предала ее? Не только ее. План был совсем не такой. Все пошло наперекосяк. Из-за тебя погиб весь летный состав шаттла. Майерс сама чудом выжила. Мы договорились просто приземлить его. Я не ожидала, что Хансен выпустит ракету. Плохая отговорка, понимаю. А какой был план-то? Я думала, ты спасешь Майерс. Я заберу матрицу, и мы вместе сбежим. Теперь он ставит мне уже другие условия. Он знает, что ему придется ответить за покушение, и пытается подстраховаться. Он не в курсе, что хранится на главном сервере Киносуры, но надеется получить данные, компрометирующие новые штаты. По его словам, я покупаю себе свободу, но думаю, как только я взломаю сервер, он меня убьет. Я знаю, что поступила неправильно, но у меня не было выхода. Выбор есть всегда, даже сейчас. Нет, не в моем случае. Для Майерс и США я просто инструмент для прохода за черный заслон. Инструменты и орудия не могут сами принимать решений и отказываться от работы. Это мне хорошо знакомо. Я понимаю, что ты чувствуешь. Думаю, никто этого не понимает лучше, чем ты, Ви. Ты единственный, кому я могу довериться. Только скажешь ли ты обо мне то же самое после этого? Ты не доверяешь Риду? Он хочет спасти тебе жизнь. Ха. Один раз он уже меня спас. Услышал про неудачную атаку на Милитех и заявился к 19-летней девочке с предложением, от которого она не могла отказаться. Работать у них или сдаться сетевому дозору? В тот день эта девочка умерла. Перед тобой то, что родилось на свет вместо нее. Конечно, Рид, он тоже умер. Чуть позже, 7 лет назад. США вынесли ему смертный приговор. А он до сих пор им служит. Цепляется за то, что для меня уже потеряло смысл. Давно хотел спросить, как на тебе сказывается то, что ты ходишь за черный заслон? Знаешь, такое чувство, когда стараешься вспомнить адрес, по которому прожил полжизни, но не можешь. То есть ты теряешь память? Я могу рассчитать фрактальную структуру каждой снежинки, которая упадет мне на руку. Но не помню голос своей мамы. Иногда я теряю контроль. Вернее, как будто отдаю его кому-то. Это очень пугающее чувство.
Помню, так было с Химерой. Мне тоже стало страшно. Угу. И мне все чаще кажется, словно кто-то стоит у меня за спиной. Хотя там никого и нет. Может, просто вернешься домой? Мой дом сгорел, когда меня заставили сменить бруклинский кирпич на стерильный вашингтонский пластик. Мне некуда возвращаться. Сёс. Кажется, ты в первый раз так искренне со мной разговариваешь. Да, с тобой и с собой. Я должна сбежать. От Курта, от Штатов, от Рида, от всего. Кстати, про Хансена. Ты реально думала, что в этом городе только ему и можно доверять? Мне нужен был тот, кто спасет меня от Майерс. Мы с ним знакомы еще с тех дней, когда я работала в Найт-Сити. Это был очень рискованный шаг, если не сказать глупый. Поэтому я нашла еще и тебя. Получается, Найт-Сити для тебя перевалочный пункт. Так было задумано заранее? Да. Просто уж очень сильно все запуталось. Я никак не ожидала не встретить здесь старых друзей из ФРУ. Не оказаться в плену у Курта. Я должна сбежать, Ви. Для этого мне нужна твоя помощь. Только ты меня понимаешь. Откуда мне знать, что ты меня не обманешь? Хотелось бы каких-нибудь гарантий. Прости. Придется поверить мне на слово. Я же тебе верю. Можешь сдать меня Риду. А можешь войти в мое положение и спасти нас обоих. Никаких взаимных гарантий. Все по-честному. Допустим, я тебе верю. Что делаем дальше? Идем по плану. Забираем нейроматрицу. Рид и Алекс будут на Хансене. А мы смотаемся. А потом? Ты поможешь мне уехать. Я уже договорилась с подпольной клиникой за пределами от Найт-Сити. Их риперы получат доступ к матрице и на ее основе создадут для нас прототип лекарства. Тестировать будут на мне. Но когда они закончат, я тебе сразу напишу. Вот и все. Конец. У меня прямо камень с души свалился. Остался только один вопрос. Ты помогаешь, потому что понимаешь меня, или потому что я обещала тебя спасти? То и другое. Тебе бы в Белый дом. Там тоже говорят правду, но не всю. Ну, хотя бы так. Вроде все обсудили. Можешь позвонить Риду и сказать ему, что все готово ко встрече с Хансеном. У нас тут нарушитель! Беру пушку побольше. Держи. У нас потери. Угон.
Есть! Доложи обстановку. Привет, Рид. Все хорошо, спасибо. Как ты? Когда все кончится, угости меня пивом. Тогда и поговорим, о чем захочешь. А пока докладывай, что ты успел сделать. Соми вышла на связь. Есть новости. Так рассказывай. Во-первых, к операции все готово. Можем работать с клиентом. Прям бальзам на душу. А во-вторых... Сойка мне объяснила, в каком она положении. У нее все очень плохо. Надежда только на Матрицу. Я понимаю, Ви. Это значит, что мы должны провести операцию безупречно и получить то, что ее спасет. Стой, Рид. Она такое рассказала. Нам надо это обсудить. Конечно, только позже. Не по телефону. Ви, вот еще что. Тебе надо установить чип, который обработает оттиск личности. Отправляю координаты клиники. Рипер будет тебя ждать. Скажи ей, я знаю, что ты собираешь вещи времен объединяющей войны. Так она поймет, что ты от меня.
Алло? Ты Фарида? Я. Прием закончен. У меня есть кое-что интересное. Это вряд ли. Вы же собираете вещи времен объединяющей войны. Заходи. Извини за неласковый прием. С тех пор, как рядом разбился этот шаттл, приходится осторожничать. Ви, рад тебя видеть. Ты меня ждешь? Ситуация меняется быстро и непредсказуемо. Я решил поговорить лично. Я хотел обсудить Соми. Я долго думал о том, что случилось, пытался поставить себя на ее место. Хотел понять, какие чувства ею двигали и почему она решилась на предательство. Ты оцениваешь девушку, которую знал раньше, а ищешь ту, которой она стала. Общий знаменатель не изменился. Она попала в ловушку. Не сейчас, а много месяцев назад. Может быть, даже лет. Это все из-за Майерс. Она терпеть не может проигрывать. Сойка и Черный Заслон должны были дать ей политическое преимущество. Неудивительно, что Соми больше никому не доверяет. Разве что тебе немного. Считаешь, что Сойка должна доверять тебе, а не мне? С ее стороны это логично. Я сам виноват. Разве ты мог что-то сделать иначе? Что-то мог. Никому не помогло, что я покорно остался сидеть в Найт-Сити за тысячи километров от нее. Сойка знает, что ее ждет. Она предстанет перед судом и получит огромный срок. Ее жизнь не оборвется в одночасье. Вот что для меня главное. Майерс хочет взять ее живой, но простит ли она попытку покушения на себя? Нет. То, что Майерс не простит, не значит, что я не прощу. Во что ты хочешь меня втянуть, Рид? Ни во что. Просто хочу с тобой договориться. Ну ладно. Вот мы отобьем ее у Хансена, и что дальше? Уедем в безопасное место, обсудим с ней пару вопросов. Придем к пониманию. Если я услышу те ответы, которых жду, то сам помогу ей исчезнуть. Никто ее не найдет. Даже Майерс. Значит, хочешь задать ей пару вопросов? Я хочу ее понять. Могу даже представить, что она скажет. Система сломала ее и чуть не убила. Как и меня. Разница в том, что мое время прошло. А вот ей еще можно помочь. Допустим, я тебе верю. Что ты планируешь сделать? У меня есть связи в Европе. Мы найдем лучшую клинику. Там вас вылечат и поставят на ноги, если мы принесем это ваше лекарство. Но сначала я должен помочь Соме, успокоить ее. Я боюсь, она не понимает, что делает. Ты ей не доверяешь? Я не доверяю тварям из-за черного заслона и паранойи, которую они вызывают. А мы имеем дело и с тем, и с другим. У нее есть какой-то свой план. Я в этом почти уверен. Сойка связалась со мной. Она все это время скрывала от нас, что не хочет возвращаться. Она планирует сбежать сразу, как мы уберем Хансена. Видимо, она знает, как выбраться из Найт-Сити. Спасибо, Ви. Спасибо за честность. Я рад, что ты мне веришь.
Я принес тебе кое-что. Творение лучших умов из Вашингтона. Ледокол им серебряная пуля для любого нетраннера. Фарида установит его в твою систему во время операции. Воспользуйся им, и Соми потеряет сознание за минуту. Нам нельзя рисковать. Она, когда проснется, будет уже дома. Ты уверен, что он сработает? Вряд ли его тестировали на нетраннерах уровня Сойки. Как мне передали, эта программа будет угадывать ее действия, прежде чем она о них подумает. Пока ледоколу закрывают один путь, он уже идет по-другому. Этот снаряд летит в цель, огибая препятствия. Сойка может засечь его. Мы все-таки не с рядовой нетраннершей имеем дело. В его основе гиперагрессивный мета-алгоритм. Разработка целой армии экспертов. Даже если она сориентируется, это ей не поможет. С этим никто не справится в одиночку. И как мне им воспользоваться? Задействуй его, когда вы с ней подключитесь к серверу. В этот момент Соми будет уязвима. Надеюсь, ты хорошо все просчитал. Я тоже на это надеюсь. Сначала найдем то, что спасет жизнь вам обоим. Потом еще поговорим. Мне пора по своим делам. Оставляю тебя на попечение Фариды. Позвони мне, когда выйдешь отсюда. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Мне надо как-то приготовиться. Это как? Хочешь, чтобы я тебя за руку подержала? Нет, ничего не надо. Садись в кресло. Сначала обезболивающее. Не волнуйся, качество топ. Просто расслабься. Имплант для изменения личности – сложная штука, но сама операция, на удивление, простая. Честно говоря, никогда не слышал о таком. Звучит футуристично. Это прототип ФРУ? Угу. Его вытащили из руин научного проекта Милитеха. Милитех закрыл его. Закрыл или просто стер все упоминания о нем. Говорят, он был секретным. Политика. Кажется, анестезия действует. Сколько пальцев я показываю? Рад, что ты все так же бодр. Ага, тебе от меня что-то надо. Хотел поболтать. Других собеседников у меня нет. Ну скажи мне, каково это быть предателем? Ты хотел сказать агентом ФРУ под прикрытием? Бля, ты поверил в эту байку? Сходил на модную тусовку, получил пару комплиментов, и вот что дальше? Сраная медалька и парад в твою честь. Может, еще твой день рождения выходным днем сделать? Я с тебя хуею, Ви. А если серьезно, ты сейчас в такой жопе, что глубже некуда. Пистолет уже у тебя в руках.
Пора приставить его кому-нибудь к башке и выстрелить. Супершпион и неуправляемый агент. Что это, трагедия или комедия? Ладно еще, Рид. Но она-то тебе чем не нравится? Скажем так, я хорошо понимаю, что каждый из них чувствует. Она больше всего хочет выжить. Это несмотря на то, что ее мозг давно стал ядерной бомбой. Такой, которая все время делает ошибки и может в любой момент взорваться. А Рид, мы с ним одного поля ягоды. Если бы я не сбежал из армии, буквально стал бы как он. Жил бы по принципам и умер из-за принципов. В этом вся трагедия, Ви. Один должен пасть жертвой благих намерений другого. Вспомни об этом, когда будешь стоять рядом с этим ебучим бункерным нейродиском. Кого бы ты выбрал на моем месте, Джонни? Сойку или Рида? Я и так на твоем месте, Балда. От тебя зависит моя жизнь. Только я хер чего могу сделать. Но видит Бог, Ви, у меня нет ответа. Я в душе не представляю, как тебе поступить. Все готово. Морфоимплант лица установлен. Нужен только поведенческий оттиск. И сделай одолжение. Не рассказывай мне, зачем все это нужно. Может, зайду, если еще что-то понадобится? Жду не дождусь.